Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Итак, лет 5-6 назад рассталась с молодым человеком. На протяжении всего этого времени он то появляется, то пропадает. Единых отношений у нас не было. Будет ли выглядеть по-детски, если я его заблокирую во всех соцсетях? Ибо желания поддерживать общение у меня нет. Итак, получается, что вы расстаетесь 5 или 6 лет назад с молодым человеком, после чего он то появляется, то исчезает. А вы, соответственно, не хотите поддерживать с ним общение и из-за этого рассматривать вариант его заблокировать, но боитесь, что это будет выглядеть по-детски. И вы знаете, вот вы спрашиваете у нас ответа на этот вопрос, будет ли выглядеть по-детски. Я вам могу сказать примерно следующее, что сейчас, когда это выглядит в большей степени как обида на мужчину, обида за какие-то, может быть, надежды, что он вам дал, когда после расставания то появлялся рядом, то исчезал. Да, это, возможно, будет выглядеть по-детски, потому что чисто формально это было ваше согласие с ним общаться после расставания. И то, что у вас появилась надежда, даже если она появилась в результате, ну, каких-то действий молодого человека, это все равно только ваша ответственность и не более того. Поэтому, как бы, блокировать мужчину по сути дела, не за что. Он, то есть, ничего плохого не сделал. Заблокировав его сейчас, вы покажетесь для него и для, может быть, еще кого-то, если вас это волнует, либо истеричным человеком, либо человеком достаточно обидчивым, ну и вряд ли это негативно повлияет на восприятие молодым человеком самого себя. Да и вашу проблему это не решит. То есть, вот что такое детское поведение в таком вот негативном ключе? Детское поведение в негативном ключе — это поведение, которое не решает проблему. Которое, может быть, выполняет какую-то поставленную задачу, например, вам, ну вот, допустим, сложно видеть сообщение бывшего парня. Вы не можете, например, ему на эти сообщения не отвечать, потому что это вызывает у вас определенные чувства. Это у вас вызывает определенные желания, и вам хочется себя оградить от этих сообщений. И вы ограждаете себя через блокировку, попытка блокировки. Но ваша проблема, проблема того, как вы реагируете, это не решит. Потому что проблема находится в вас. Другое дело, что если бы вам было все равно, пишет человек или нет, и вы, например, хотите просто сделать так, избавиться от ненужных сообщений, хотите, чтобы остались только те сообщения, которые вам
нужны, которые кажутся вам полезными, то вот здесь блокировка является более чем адекватным решением, но только после того, как вы скажете своему бывшему молодому человеку, что извини, дорогой, общаться у меня желания больше нет. То есть, понимаете, блокировка это такая судорожная попытка себя защитить. А значит, вы себя уже не защитили. Блокировка не защищает. Блокировка создает видимость защиты. А вы не уверены в себе. Потому что спрашиваете совета хотя бы у нас. И ваша неуверенность в себе является основанием для работы с вами. Например, за эти 5-6 лет встретили ли вы другого мужчину? Что вы делали эти 5-6 лет? Почему позволяли мужчине то появляться, то есть дальше, ну, в плане общения? Это моменты абсолютно неясны. Повторюсь, детское поведение – это поведение, которое не решает проблемы человека. Блокировка никак не решит ваши собственные проблемы. Потому и блокировать, пока вы эти проблемы не решите, нет смысла. То, что у вас нет больше желания общаться, поддерживать общение, ну, я вас понимаю. И, наверное, было бы более логично, наверное, было бы более честно донести это до человека, до мужчины, что я не хочу больше поддерживать с тобой общение. Ну вот, просто не хочу. Это справедливо. Но почему-то вы этого не делаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи!